Я работаю в общем отделе с документацией, с документами, с письмами граждан, с обращениями граждан. Лариса Бурлакова получает удостоверение ветеран труда Алтайского края за свой 30-летний труд в бюджетной сфере. Помимо почетной корочки, у женщины теперь хорошая прибавка к пенсии. Буду я получать на карту, значит, ежемесячную выплату 700 рублей. Конечно, бонус приятный. До сентября этого года ветеран труда получал удостоверение в МФЦ, затем вновь приходил сюда, писал заявление на выплату, предоставлял необходимый пакет документов. Бумажную волокиту в Минсоцзащиты упразднили. Сейчас у нас ежемесячная денежная выплата, то есть так называемая привычная ЕДВ, у нас предоставляется ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края с момента получения ими данного почетного звания. Никуда эти граждане уже не обращаются, получили звание в соответствии с указом губернатора, им назначена ежемесячная денежная выплата. Беззаявительный характер сейчас носят такие меры социальной поддержки, как выплата на школьные нужды, выплата детям войны, а с недавнего времени присоединилась и ежемесячная выплата федеральным и краевым ветеранам труда. Сегодня почетное звание ветеран труда носит около 300 тысяч жителей Алтайского края. На ежемесячную выплату для них регион выделяет порядка 1 миллиарда рублей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.